По времени это заняло порядка 2 лет, начиная от эскизного проекта, заканчивая опытным образцом. Сейчас мы ведем такие плотные переговоры с банком, Европейским банком реконструкции и развития, и там озвучивается сумма общего кредита порядка 70 миллионов евро, где городской совет планирует полностью реконструировать трамвайный путь 19 маршрута трамвая, и, соответственно, туда мы планируем закупить новые трамваи.